Я еще не придумала, как я буду вас приветствовать, как с вами буду прощаться. Скорее всего, видео просто будет обрываться. Или просто начинаться. Привет всем! Всем привет! В общем, давно я не снимала ничего. А если даже и снимала, думала о том, что я это отредактирую и выставлю. Но, к сожалению, нет, не произошло этого. Сейчас я покажу, сейчас я вышла с урока и посмотрим, что мы сделаем. Я хочу купить петличку, чтобы можно было разговаривать, звук хороший был. Поэтому давайте съездим, посмотрим туда. Может, что-нибудь еще возьмем. Так, вот, ребята, я взяла петличку, купила. Она, видите, недорогая, 2000, я думаю, пойдет. Будет записывать все равно. В принципе, мой телефон тоже хорошо записывает звук. Но на всякий случай бывают такие помещения, где немножко там эхо отдают. Я не говорю, что я снимаю такие помещения, но я думаю, на всякий случай можно было приобрести. Я просто хотела это. Вот. И взяла. Может быть, кому-то надо. Может, что-то ищешь, потому что я смотрела, там они очень дорогие где-то на сайтах. Оказывается, можно дешевую версию взять. Конечно, это не супер-пупер модель, но я думаю, что тоже очень хорошая слышимость. Дома проверю, покажу. Находится это вот здесь вот, у Солочка магазин. Сама никогда в жизни здесь не бываю. Ну, поехали дальше.
дети катаются на горке. Недавно построили вот эту детскую площадку. Эту площадку недавно построили. Она получается... Здесь вообще был такой пустырь. И отвратительно было, если честно. И очень радостно было, когда поставили здесь площадку. Еще очень сильно хочется, чтобы здесь проложили асфальт. Будет вообще красота. А эту горку всегда, всегда с самого моего детства делали именно здесь. И мы катались на этой горке. И вот до сих пор дети катаются, до сих пор заливаем ее. Она у нас, так как выпал снег. Так как выпал снег вчера. Видите, много. Горка вся в снегу и не скользко. Нужно снова ее валить. Вот в итоге я хочу проверить звук вот этой петлички, которую я купила. Давно хотела купить, я вам сказала, уже говорила. Вот так она выглядит. Вот я не открыла ее, но она вот, вот так выглядит. В общем, она прикрепляется. И вот в этот микрофончик говорит. Я хочу проверить тремя разными способами. С петличкой. Потом с обычными наушниками от айфона, которые обычно у всех бывает. И просто без ничего. И посмотреть, какой звук выдает каждый из них. Наравне вообще или есть какая-то все-таки разница. Давайте посмотрим. Ну а теперь к самой проверке звука. Это звук с моего телефона, iPhone 6 сейчас. Наушники от айфона и петличка. А вот такой звук выдает звук наушника от айфона. Можете сами послушать, но для меня звук от наушников приглушенный, что не особо нравится, если честно. Ну и, наконец-то, звучание третьего варианта. Это товар, приобретенный сегодня мной, петлички. Выбирайте сами, какой вам нравится из этих трех вариантов. Лично мне понравилось два варианта. Это звучание от моего телефона и петлички. Я довольна приобретением, потому что сделал он свою работу просто отлично. Наушники, нет, к сожалению, слишком приглушено для меня. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, какой вам больше понравился звук. И всем до скорой встречи. Пока-пока!